Яркие красочные рисунки на стенах, мягкая мебель, напольное покрытие, стеллаж с книгами и телевизор с детским каналом. Все это уже скоро наполнит голую и непримечательную комнату. В педиатрическом отделении Химкинской областной больницы стартовал проект «Добрая комната». Рабочие готовы превратить ничем не примечательный уголок в уютное место отдыха для детей и родителей. В больнице у нас такой комнаты не было, эта инициатива впервые будет реализовываться. Конечно, это хорошо, потому что дети, если в первую половину дня в основном заняты лечебными процедурами, консультациями, то вторая половина дня – это как раз то время, когда они, ну так условно говоря, скучают. Да? Когда еще нет родственники не пришли на посещение, либо когда они уже пришли, должна быть определенная комфортная зона, где они могут и поиграть, и пообщаться и друг с другом, и со своими родителями. Все ремонтные работы планируют завершить в течение 10 дней. Отметим, что «Добрая комната» – это региональный проект Московской областной думы. Аналогичные уютные зоны отдыха появятся во многих педиатрических отделениях больниц Подмосковья.